Саша, они мне зажали под лестницей. Саша, помоги мне. Где? Где ты? Слева. Ага, вижу. Ебать, мне далеко до туда. Боюсь, и не спи. Вон, давай, Саша. Опа! Я думал, я его порнул, блядь. Блядь, охуительно помог, Саш. Спасибо большое, просто. Я такой хитрый, блядь. Блядь, ты такой хитрый. Давай, подожди, я с тобой пойду, что ты. Давай. Возьму сейчас топор. Чтоб, блядь, рубить им лица просто всем напросто. Вот там. В спину заходим. Ты что, на ускорение бежишь? Ну да. Саша, это ж не по-нашему, не по-православному. А, они меня спалили. Я не успеваю. Отходи ко мне назад, отходи. А я не могу, блядь. Ебать тебе тут. Так два рыцаря, что ты хочешь? Один на меня сейчас мчится. Давай, сука. Ебать, он рубит меня. Охуеть, порубили меня нахуй вообще, как колбаску просто. Но я старался остановить повозку. Опа, на кулачках. Не понял, это ты тут только что? Вон слева запрыгнул. Если я тут еще и умру, блядь. Я ему прям в шею. Вон слева идет, Саша. Ага. И вот еще один. 2-2. Да ну, блядь. Все, у меня стамина кончилась. Они меня просто порубали. Ну, я одному в шею как бы успел ткнуть, скажем так. Перед смертью. Так. Этот рыцарь у меня просто слишком тяжелый. Что тут происходит, блядь? Вакханалия какая-то. Защитить. Вон мы проигрываем. Проигрываем? А, уже все. Они пиздят хмель. Наш хмель. Это не по-православному. Ох, блядь, он мне голову отрубил. Жестко. То есть, как бы, блядь, они пиздят наш хмель, а мы как бы на это просто смотрим, да? Как же там... Блять, я прыгнул, чуть себе ноги не сломал. Слушай, я попробую сейчас топором этим, блять. Потому что, может, как раз будет камильфо именно топором бегать с большим, вручным. Ну там Саша тебе сейчас заколбасит толпой. Да, я вижу. Пиздец. Ох ты шо. Да ну смотри, мне опять голову отрезал. Нет, это херня. Короче, где мой там любимый этот пехотинец? Он хотя бы на расстоянии держит людей. Не знаю, мне вот пехотинец очень нравится. Обычный парень, как бы такой. Не рыцарь там крутой, а обычный вот деревенский парень с щитом, который 100% умрет. Ох, я в спину типа дал. Бля, да ебань, блядь. Я видел, как тебя казнили. У него хп почти нету, вот этого рыцаря. Порубили, сука, его. Как этот, как колбаску. Вот этого в чумной маске, да, убивайте его нахуй. Давай! Насилуйте его. Ага. На тебе еще. Там наш лучник наверху был. Мы должны остановить эту повозку. Вон он. Один. Давайте, давим их. Ай! Я опять кричу, как ебанутый.
А, так вот, блин, насадили меня на шампур просто. Жесть просто. Просто жесть. Реально, блядь, For Honor для бедных. Оп. Оп. Некрасовский коп. Так, сейчас будет попыточка. Ну, а, я ж слышишь, я ж не тот уже. Я думал сейчас взять Слышишь? More Team Kill, please. Окей. Что тут эти крестьяне делают? Типа, овощи продают. Просто, да. Ух ты, лучник. Давай, рыцарь ебучий. Я тебя, сука. Бля, чуть. Ну, чуть свой же не порубил. Давай, давай, растаскивай этому рыцарю. Хорош. Бля, только тип прям у меня на руках почти. Ух ты, зараза такая, подкрался. Давай, давай. Бать, мне свой же, блядь. У меня хп почти нет. Саша, они мне зажали под лестницей. Саша, помоги мне. Где ты? Слева. Ага, вижу. Ебать, мне далеко до туда. Боюсь, не успею. Вон, давай, Я Саша. так... Опа! Я думал, я его порну, блядь. Блять, охуительно помог, Саш. Спасибо большое. Просто. Просто, блядь, выручил. Все, пробали меня. Обалдеть, я. Просто жесть вообще. Я... Ты так пафосно выбегал, я думал, что ты их сейчас своей алебардой там там надамажишь, блин. Нет, ну чё, ты мне помог. Я, в принципе, жил на 5 секунд дольше. Смотри, вон наш тип всем головы рубит там жестко. Так, я тут. Я появился. Оп. Ты что, там так долго жил? Я Я своего убил. Блин. Тип за тебя отомстил. Да. 5 секунд добавлено штрафа. Обалдеть, мне прям походу в шею стрела залетела. Копье даже не стрела. Это копье было, да? Да. Обалдеть. Ну, короче, эффект на меня только что наказали, если честно. Я с рыцарем дрался и... Саша, я иду, Саша! Держись, держись! Не подпускай их. Да, блядь! Давай! Саша, ты попал просто под горячую руку. То я сразу появился. И почему-то на другой точке. Наверное, потому что хмель продвинулся. Не знаю. Опа, я на лифте. Меня тут надамажили жестко, конечно. Я еле живой. Хорош. Ебать, тип. Что это было? Просто тип со мной катался ну. с копьем, блядь. Он прям так мне кинул. Я видел. Ну, короче, это было очень эффектно, кстати. Они он катят хмель, Саш. Втроем просто идут тупо. Ебать, сука. Они втроем тупо идут и катят его. Да, я помню. Давай, нам еще осталось 2 минуты 30 секунд его продержать. Чтоб они не подкатили. Ты понимаешь, это наша обязанность. Хмель должен остаться здесь. Ты топоры там бери, кидай. Охуеть. Вот, блядь, недостаточно было, еще и своего убили. Ну, вошел в кураж. Да ебать меня лучник. Мне лучник, блядь, голову отрубил. Ну и мне тоже он. Только другой. Я беру арбалет. Все, тяжелая артиллерия, да, Саша? Да. Надо им еще попасть, надо. Так он же там вроде перезаряжается долго, да? А.
Но если попадаешь, то это очень хорошо. Ебать. Что там, стрела пролетела? Нет, походу мне в спину попала. Стрела твоя. Я чуть не умер. Вон он, вон. Охуеть, разбился. Ну, короче, Саша, ты охуенный арбалетчик, я тебе так скажу. Вот просто бог арбалетчиков. Давай, давай, сука. Так как я, блин, сразу двоих рублю, объясни мне. Ну, блядь, размах большой у меча. Ну, потому что есть... Кто попал, там хоть троих, хоть четверых. Потому что я сильный. Смотри, вон один тип катит, смотри. Да-да-да, вижу. Ебать. Я вообще-то попал ему, блядь, сука. Ну и маски, я полностью ему хп снес. Да, у меня штраф дали. За урон по своей. Скорее всего, он... Я пока в одну сторону стоял, другой меня как капусту порезал. Батя накатится. Очень быстро. Я не знаю, кто их сможет остановить. Только я. 15 секунд осталось, Саша. Ой. Мне пизда, да? Это еще не пизда. О, я кому-то попал. Вон, защитить осталось. Смотри, 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 меня разбивают. Я своих рублю, я всех рублю. Так, все, 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 хватит, я свой, свой. Ну что? Пидорас, ебаный, а? 8 секунд. Так, все, они не разобьют уже. Сколько времени? 4 секунды. Сал. Я даже не поеду. 24. Победа. Я ему руку обрезал. Да. Это прирёстая изи-каточка была, Саша. Точно? Изи. 10%. У меня 94.